Космические агентства по всему миру делают все возможное, чтобы выяснить, что происходит за пределами нашей планеты. И порой, помимо красивых галактик и черных дыр, им удается обнаружить то, что не сулит человечеству ничего хорошего. На сегодняшний день НАСА использует систему под названием Sentry для непрерывного отслеживания астероидов и определения возможности их столкновения с Землей в следующие 100 лет. Так вот, в ноябре 2019 года система подсчитала, что астероид под названием 2009JF1 может столкнуться с Землей в 2022 году. Небесное тело находится в списке потенциально опасных. Размещается он на 5-м месте по своей опасности, размерам, расстоянию и скорости сближения с нашей планетой. Если до этого не удавалось установить точную дату и время возможного столкновения с Землей, то сегодня данные обновились. По словам ученых, если астероид все же столкнется с нашей планетой, то это будет 6 мая 2022 года в утреннее время. Для справки, чтобы оценить весь масштаб последствий, диаметр данного астероида составляет 128 метров, и если предположить, что он упадет на Землю, сила его удара будет равна 230 килотоннам, что сопоставимо с 230 тысячами тонн тротила. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, для сравнения, была мощностью около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, то есть взрыв будет в 15 раз сильнее, чем в Хиросиме. Если астероид приземлится в крупный населенный пункт, произойдет его мгновенное уничтожение с миллионами жертв. Однако, как мы знаем, большая часть поверхности Земли занята океанами и морями, верно? Но если астероид приземлится в воду, будет ли это безопасно для землян? Вряд ли. Даже если он обрушится в самую отдаленную часть Тихого океана, это все равно приведет к разрушительным цунами по всей планете. Но все же, не спешите паниковать и пускаться во все тяжкие. По заявлению НАСА, если астероид и ударит в Землю 6 мая, то это произойдет только в одном из 3800 случаев. Собственно, этот коэффициент вероятности эквивалентен тем цифрам, которые вы видите на экране – 0,26%. Так что есть хорошая новость для оптимистов. Шансы на то, что эта глыба пролетит мимо нашей планеты, более 99%. А некоторые ученые вообще прогнозируют, что астероид отклонится от траектории, и вероятность столкновения снизится еще в десятки раз. Но учитывая события, которые начали разворачиваться еще в 2020 году, нас уже ничего не удивит, даже вторжение инопланетян.